В январе 1783 года Моцарт пишет своему отцу: «Ты, конечно же, осведомлен, что сейчас пора карнавала, и здесь танцуют ничуть не меньше, чем в Зальцбурге и Мюнхене. Что ж, мне бы очень хотелось быть Арлекином, но ни одна живая душа не должна узнать об этом, поскольку здесь, на карнавале, полно совершеннейших ослов. Поэтому прошу тебя прислать мне твой костюм Арлекина, но поторопись, пожалуйста, мы не можем пойти на карнавал, пока у меня нет этого костюма. А этот карнавал в самом разгаре». Через некоторое время он пишет следующее: «В понедельник на Масленицу вся наша труппа в масках дала представление. То была пантомима, которая заняла как раз полчаса, как и было предположено. Моя свояченица была Коломбиной, я Арлекином, мой зять Пьеро, старый танцмейстер Мерк Панталоне, некий художник Грасси Доктор. Действие пантомимы и музыка к ней – то и другое мое. Танцмейстер Мерк хорошо нас натаскал, и, уверяю вас, мы играли весьма пристойно». Через 200 лет скрипач Гидон Кремер подошел к своему другу Альфреду Шнитке, изъявив желание исполнить произведение из этой пантомимы на концерте в Новый год в Москве. Результатом стала очень беспечная имитация комедии «Дель Арте», которая заканчивалась детской новогодней песней. Шнитке сделал свою собственную компоновку материала, но с применением всяких остроумных наслоений, юмористических диссонансов и даже фальшивостей. Премьера состоялась в новогоднем концерте 31 декабря 1975 года. Сегодня прозвучат 6 частей из этой пантомимы: «Панталоне и Коломбина», «Доктор», «Доктор и Коломбина», «Панталоне и Пьеро несут стол», «Пьеро напуган» и «Финал». Вместе со струнным квартетом премьеры сейчас также выступят Софья Семьянова – орган и Дмитрий Варлапов – контрабас.